Я вам рассказываю, значит, а вы не видите. Масочка, как у Китаны. Хотя взгляд может быть и мужской. Непонятно, короче. Хотя ресницы, глаза накрашены. Не знаю. Непонятно. Эхос. Этот текст. Обо всем везде и сразу. Или просто хочет быть таким. Эхос — это ссылка. Но куда она ведет, не узнаешь, пока не кликнешь по ней. Эхос. Интересный концепт, да, есть у артиста? Концепт в никнейме, концепт в работе. Привет, мой трек, я бегу. Энергичный хип-хоп с акцентом на цельный текст. Ну да, естественно. С учетом концепта облоги, с учетом концепта и таких заморочек в названии артиста, конечно же, это про текст. Дженнис здесь, спасибо. Угу, спасибо. Здесь что-нибудь есть? Описание еще какое-то? Нет, да, ничего. Погнали, бро. Сколько? Так, сейчас, секунду. Подожди, секундочку. Вот это мы забираем во фрешмены. Да, забыл, но теперь забрал. Угу. Сколько занимаешься музыкой? О, ничего себе, обложечки, я тебя понял. Угу, угу. В 21 году 2 сингла, в 22-м 1, в 23-м 1 прогулка. В городе огней. Эй-эй-эй-эй. Да? Интерстеллар. Моя история болезни, обложки. Ну, в общем, какой-то... альтернатива, экспериментал, какой-то инди, вообще ничего не понятно. Но он говорит, что это энергичный хип-хоп. Но это жесткий экспериментальный хип-хоп, еще и акцентирован на текст. Понятия не имею, слушаем. Начинаются синтовые гличи, да? Мы не понял. Да, бро, конечно, мы разбирали этот трек. Да. Стартом долго ждал, старт стал старт, старт уже устал. Реки из воды, жизнь из ней, время из песка. Я закрыл глаза, видел ночь и считал до ста. Я иду искать, искать на старт. Я бегу. Концепт интересный. Я бегу. Я бегу от молчания, бегу от удушья. Бегу мимо призраков солнечных дней. Бегу от бессилия, бегу мимо лучших. Бегу от успехов успешных друзей. От рая воронья, от сплетения сплетен. Бегу мимо свалки бессмысленных слов. Бегу мимо лжи, заплетающей плети. С тугих языков, своих хитрых рабов. С портретов кричат официальные лица. Бегу вдоль растущей берлинской стены. Бегу от призыва стать мертвой страницей в истории нашей великой страны. Бегу в шкуре взрослого, душно и тесно. Бегу от стабильности каждого дня. Бегу от грехов, в темноте своих мыслей. Бегу вдоль зеркал, я бегу от себя. Да, концепт ориентированный, но реализация, к сожалению, не может. Я бегу прочь от света, сквозь ночь к рассвету. Ложь заботливо рядом раскрылась. Просто, ну, вот тут что-то ничего пошло. Прикиньте, да, вот отель, типа, такое бы нам рассказывал. То есть музыка хорошая. Текст весьма неплохой. Осознанный, да. Движение мы, конечно, осуждаем, да, но в целом. Я бегу прочь от света, сквозь ночь к рассвету. Ложь заботливо рядом, раскрылась свой зон. Правда, стала дождем, я устал быть раздетым. Оказалось, так трудно догнать горизонт. Подо мной кинолента счастливых моментов. Вьется светлой дорогой в какой-то из снов. Я пытаюсь жить в прошлом, которого нету. Гоняясь по кругу за стрелкой часов, я пытаюсь догнать мое светлое детство. В нем живут шесть моих альтер-эго, семья. Я бегу изо всех сил, не двигаясь с места. Будто мир теперь крутится против меня. По портретной стене незаметно стал старым. Никто не укусит теперь за бочок. Я бегу в темноте, я не вижу кошмары. Но я слышу, как дышит мой мысленный бог. А второй куплет значительно сильнее. Значительно сильнее, чем первый по подаче. Старт так долго ждал, старт стал старт. Старт уже устал. Реки из воды, жизнь из ней. Время из песка. Я закрыл глаза, видел ночь и считал на старт. Я иду искать. Пау-пау. На старт. Старт так долго ждал, старт стал старт. Старт уже устал. Реки из воды, жизнь из ней, время из песка. Я закрыл глаза, видел.
видел ночь и считал до ста. Я иду искать на старт. Я бегу. Я бегу. Жизнь бьется вдоль этой тернистой дорожки. Бегу от теней на другом берегу. Я знаю, от смерти сбежать невозможно, но я хочу встретить ее на бегу. Ну да. То есть вот мы, в общем-то, и получили, да, сложную заморочку. За текст спасибо большое, оценка будет кайфовая. Погружение подачи не особо присутствует. Инструментал. Да, 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 да. Задумка интересная, да? Спасибо большое, Эндрикор. Это было хорошо. Вот твоя тема больше такая повествовательная, то есть где ты вот играешь во флоу, ша-та-пам-пам, такое. Здесь пошел хорошо, тут у нас экспрессия увеличивается, здесь прям бам. Мой портрет на стене, да-да, никто не кусит через зубочок, да-да-да, баюшки бою. Не ложись на краю. Придет серенький волчок и укусит, если чё. Я слышу, как дышит мой мысленный волк. Да. Ну, типа там волк, типа какой-то белый, черный, кормишь, не кормишь, мысленный волк, да, там типа свой вот этот. Понятно. Идея отличная, бро. Музыка хорошая. Не особо вайбит это за счет погружения, к сожалению. Не особо. Сколько багет? 500 рублей. Спасибо тебе большое, бро, но к сожалению... К сожалению. Спасибо за пятихат. Вижу ссылочку, но, к сожалению, 10к стоит послушать. Поэтому забей. Если что, да. Если не хочешь забивать, можешь 9500 докинуть и послушаем. А это клип, да? Сегодня послушаем, если это клип не длинный, да? Если это трек на разбор, то через хуй знает сколько времени, да? Ждал старт, старт, старт уже. Ну, есть, да, старт, стал, старт, старт, уже устал. Есть, да, игра слов неплохая. И бегу, бегу от бессилия, мимо лучших лучей, успешных друзей, от вранья, воронья, сплетения, сплетения, бегу, мимо звонки, бессмысленных слов, бегу, мимо лучших заплетающих, бегу, мимо лучших языков, бегу, микрофонов. Смотри, ну, кричат официальные лица, бегу, дуль, растущие, верли, скосяты, бегу, открытый, воздать, мертвый, страницы, в истории, даже велик. Страны. Интересный флоу сюда какой-нибудь разъемный давать. Будет мощно. За тех спасибо. 9 я поставлю. Да. Точно. Хорошо. Разнообразие интересно. Вайб. Но что касается трендовости, ну не особо трендовый, мягко скажем, да. Хоть это и в данном случае нихуя не минус. Структура, ритмика. Со второго куплета хорошо пошел. Есть что сказать. 7 точно готов поставить, да? Может быть, даже 8 в рамках такого инструментала, да? Тут основная проблема реализации и небольшое погружение. Даже именно не реализация как таковая техническая, а именно погружение, да? Вот погружение, бро, вот здесь. Хоть есть неплохая экспрессия с разгоном во втором куплете, тем не менее, да, вот, ну вот, это максимум, правда. 5, 6. Окей, 6. 3 балла, тем не менее, поставлю вайба, реализация стиля 7. Неплохо прошел по технике. Неплохо. Как-то так. Есть свой вайб. Есть. Есть история. Есть хороший концепт артиста. Здесь просто опыт. Просто опыт погружения. Непростой стиль ты выбрал. Непростой. Почему вот Атейл сразу вспомнился, да? Я представляю, что он душит на этом бите своей историей, своим рассказом, своим тембром. То есть пока оформить это такое. Текст хороший, идея хорошая, образ хороший. Вот да-да-да-да. Вот ты пытаешься, я бегу. Не погружаюсь я за тобой. Не погружаюсь, бро. Вот. Второй куплет лучше. Это неплохо. Некоммерческая музыка. Естественно, это очень такая нишевая история. Такая артхаусная, экспериментальная, да?
Ну, это кайф, такая музыка тоже должна быть. Хочется слушать интересный текст, необычный, какие-то обороты, да, музыкальные, какие-то фишечки. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Тем не менее, 3, да? Не 2, не 1. Тем не менее, спасибо за вайб. Просто надо больше погружаться в музыку. Я не знаю, не то чтобы переигрывать, да, там актера врубать, там. Какую-то свою тему найти, вероятнее, на подаче. Чтобы не думать о реализации структуры именно текста. А вот как во втором куплете, где ты уже более, чуть более раскрылся. Да, как-то так. Спасибо.